Красноярский край признали самым обеспеченным спортивными объектами регионом Сибири. Ко всемирным студенческим играм в нашем городе построили, отремонтировали и модернизировали 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Краевые власти считают, что и после универсиады эти объекты будут востребованы и окупаемы. Все подробности в материале далее. Чтобы количество детей и взрослых, которые будут заниматься спортом после того, как закончится универсиада, мы имеем такие замечательные объекты на территории города Красноярска, чтобы количество людей возросло. Надо посмотреть, как можно использовать эти замечательные объекты для того, чтобы красноярцам они тоже были доступны. Я думаю, что нужно будет задействовать все равно финансы города на то, чтобы развивать детский спорт в большей степени. Детский спорт в этих учреждениях, в этих сооружениях, развитие детского спорта, вот это, наверное, будет основная задача горсовета на следующие годы.